Здравствуйте, меня зовут Яна, я 2 года уже не приезжала сюда, в Москву, из-за пандемии. Тяжелое было время для меня эмоционально, но что хорошо, что в принципе вот то, что мы сидели дома, это хорошо отразилось на моем состоянии физическом. Даже я себя лучше чувствовала, чем когда у меня была там нагрузка, когда я ходила. Мне, в принципе, я считаю, это пошло на пользу. Мне не появились никакие там, ну, контрактуры или что. Хотя я общалась с другими мамами, которые еще не пробовали БВМ, которые там, ну, мой круг общения с этого центра, ну, который я раньше ездила в Польшу, вот всех детей поскручивала. Они были такие отчаянные, потому что тот центр тоже закрыли, и им некуда уехать. И некоторые мамы говорили, что как жарко, что мы не успели с тобой поехать в Москву, потому что мы сейчас не знаем, что делать. А у меня все было хорошо. Расскажи, за это время были ли у тебя какие-то откаты? Я не заметила ничего такого, хотя все так проживали, что ты сейчас никуда не ходишь, сидишь дома, как бы как тебе. Ну, нормально все, я считаю, вообще ничего. Даже мне кажется, то, что я была в покое вот эти два года, как бы даже в каком-то отношении хорошо. Только эмоционально мне было тяжело, а физически мне постковидный синдром. Очень тяжело проявлялся. Сам ковид я нормально как бы принесла, а вот потом я практически 1,5 года мучилась. У меня из-за стороны нервной системы все было, как бы и депрессия, и бессонница, панические атаки, и внутричерепное давление. Как бы, мне кажется, все, что можно вообще, то у меня все было. Но потом Марина, когда мне сделала 9 сеансов в сентябре, то у меня перестали болеть ноги. Мне все время болели ноги очень сильно. И вот мне стало хорошо спать, и с тех пор, как Марина мне вот сделала сеансы, то у меня все пошло уже на поправку, как бы. У тебя уже в руках есть 3 ступени, да? Первая, вторая, 1 модуль и половина ступени. Ну да, 3. Да. Также у тебя есть биодинамика, антистресс. С чем из этих ты пользовалась? Какими для вот самовосстановления? Я больше всего люблю биодинамику на ночь слушать. На вечер, то практически без этого я не засыпала. Я уже так привыкла, что, ну, больше всего мне это нравилось, но я сама себе дышу. Как получается. Ну, и так. А не было возможности как бы практиковать, потому что я вообще за 2 года несколько человек видела, я одна живу сейчас. Никто ко мне практически не приходил, ну и поэтому только себе дышала. Вчера девочки мне разрешили себе подышать. У тебя одним из результатов была вот история с пятками, да, что они у тебя стерлись, а потом на БФМе все-таки восстановились, стали круглыми, хорошими. Этот результат с тобой сохранился? Ну, а куда денутся мои пятки? Да. Конечно, есть. Но да, начала рисовать. И это удивительно, потому что я не любила рисовать, ну, просто мягко сказано, и все знали, что для меня там всякая лепка, рисование, это не мое. И когда я сказала друзьям, что я иду в магазин купить краски и кисточки, они вообще обалдели, что я хочу рисовать, и я начала рисовать. Ну и все, у всех одинаковая реакция, когда запрашивают, ты что, рисуешь? Вот. Я сама удивляюсь просто, что я начала рисовать. Тоже считаю, что это какой-то процесс интересный у меня. Ты сама добралась сюда, через все границы, все спокойно прошла, спокойно до нас доехала. И здесь по территории парк-отеля, хотя здесь достаточно заснежено, ты так, в принципе, хорошо передвигаешься потихоньку, даже по небольшому склону ходишь. Справляюсь, да. Ну да, вот это тоже показатель, что эти 2 года не повлияли. Потому что, ну, понятно, я долго добиралась в самолетах, там, ждать и все, в автобусе. То первый день была какая-то такая скованность, стресс. Но я нормально продвигаюсь, да, не то такого, что я вообще там еле иду, как бы. Вот это показатель, кстати, что эти 2 года, оно не отразилось на, ну, как, на движениях, да. Все да, работает, как положено. Сейчас ты только 1 сеанс прошла. Сейчас пойдешь... Нет, 2 сеанса прошла. Сейчас только на третий пойдешь. Ну, я не знаю, я даже не думала, что я там что-то конкретно хочу. Я сегодня сама вышла из джакузи. Вчера мне надо было помогать ногу прям. Женщина вот брала вот ногу
сзади и ставила на первую ступеньку, чтобы я могла выйти. Я не была в состоянии подняться. А сегодня получается, что когда я собралась выходить, никого не было дом рядом со мной. Я думаю, ну как-нибудь попробую сама. Я настроилась, что мне будет очень тяжело, как вчера. А я взяла раз, хоп, и подняла ту ногу вообще без никаких, ну, без никаких усилий практически. Я прям удивилась, думаю, как это я вчера ее не могла поднять. Хотя кажется, ну как эту ногу на ступеньку поднять, но это большой тоже показатель, да, что уже какие-то напряжения ушли.